3, 2, 1, 0, пуск, взрыв. О, вот это взрыв. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Черный Гад, Нига Айпи, Бан Кабан, Чехов, как всегда, классный подписчик. Всем привет. Всем здоровья. У нас очень классная рубрика, потому что у нас сегодня будет монстры Хендерсона, а конкретно мы выбрали очень опытного подписчика, который будет играть за этого монстра и пытаться нас убить. Если Петя, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Я ему подсрачники буду давать. Да-да-да, может быть подсрачники. Блин, если он тебя убьет, это так тупо будет. А если он меня убьет? Еще крупнее. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Он машет что-то крыльями там со всей силы. Эй, ты не умеешь так бить, как я. Так, еще. Ты очень высоко прыгаешь, но только это умение надо правильно использовать. Угу. Попытка хорошая. Не, мне кажется, он сейчас кого-то все равно убьет. Вот кто-то попадется, но я же сказал. Вот я уже второй раз убиваю. А, так давай бери, кто проиграл, быстро. Такого же Челикса. Давай, 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 бей акулу. А я сейчас пойду в дом захожу. Я буду в доме сидеть. Не, в доме, конечно, это стрёмно. Вдруг он лупанет, и я умру. В подвал. В подвал нет. Только открытая местность, да, только так. Опа, как я могу через забор перепрыгивать. Когда страшно, мне кажется, может трехметрово перепрыгнуть. Ну, акула, ты сейчас проиграешь, не надо так тупо. Благодарю, Димас, ты меня спалил там. Да? А где ты был? Я был в подвале. А-а. Зашел. Почти подсрачный. Ну-ну-ну, давай. Иди сюда, come on, baby. Еще мы там. Еще мочи его. Вот это именно. А, ты его уже убил второй раз. О, Госсальд! Ну как? Ну почему ты проиграл? Ну ты специально это сделал? Нет, ты не должен был это специально делать. А я просто челику прописывал. А, прописывал ему ляща с сервера. Ванну, да. Соляную ванну прописывал. Может, не засчитаем это как убийство? Все-таки, не кажется, он меня убьет, и я тебя замочу, подловлю как-то. Ой-ой-ой, это было близко. Подсрачник дал. Ой-ой-ой, все, Спанч Боб, давай, погнали. Взял, взял, я слышу. Психопат. Я почти плагины поймал. Да ты его поймаешь легко, он сюда типа модный. Я вот стенки поджал. А почти не считается. Так, так, так. Ловим Димаса, ловим Димаса, ребят. Эй, не надо меня ловить, я хороший Челикс. Не-не-не-не-не. Ночной режим активирован успешно. Давайте плагину пока лучше. Они не знают, кого ловить. Надо быть внимательным, может подойти на нычку. Так, два картонных дога. Ого, на крышу запрыгнул. Эй, паркурист. А, да-да-да, это я. Молодец. Я вижу, идет. Не-не-не-не-не. Будем с тобой по очереди через забор перепрыгивать. Быстрей. Блин, я оторвался. Знаете, я ж немножко, когда убегаю, ноги поджимаю. Давай. Эй, сейчас убьет тебя. Осторожно. Новый человек. Ловите все Димасы, это очень важная цель наша. Эй, чуть не поймал меня. И двое. Так, 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 в одном месте. Сейчас окружат. Ну-ка. Ого, их аж трое. Уже трое. Сейчас будет четверо, наверное, да? Меня поймает, потому что я вижу, зажимают в угол. Я живым не дамся, только через свой труп. Сзади. Да, быстрее, беги, Димка.
Просто надо круги нарезать. Потому что по-другому никак. Только так. Чуть не столкнулись с тобой. А кто? Трое живых и четверо этих, да? Или четверо живых? А их вроде трое. Трое, да, и четверо живых. Нормально, выживаем. Я пока весь долго держусь. Проигрывать не планирую. Бенни Хоп выручает в Гаррис Моде очень сильно. Поймать не могут. Конечно не могут. Что-то это слишком долго, я сейчас специально отдам все. Потому что, чувак, это сложно управлять ими. Да? А, если подождите, да. Первого лица попробую. Так, я передохну немножко. Устал. Вот, например, первого лица более проще. Пилпаки кривые, да, наверное? Можете нас легко найти, так. Блин, я испугался, жесть! Ну блин, я так дернулся, это был очень сильный испуг. Сижу себе на расслабоне, смотрю телевизор в пустом месте. Да не убивай! Да я возьму тоже челика, кого вы не убили? А где Димас? Да меня убили, все, поймали меня, представляешь? Я готов подачники давать. А, тебя не убили! Ура, наконец-то! Мы тебя сейчас убьем. Давайте, аккуратненько надо его как-то подловить. Так, нас очень много. Должны убить. Вот каким-то образом убьем, по-любому. Эй, ты чё, живой еще? А, ну ты... А чё ты у меня подсвачник не делаешь? Сышь? Делай подсвачник, давай. Есть, есть! Ля-ля-ля-ля-ля, я тебя убил. Нет? Нет. Да убейте вы его, не меня. Чё за эту штуковину убили? А за что? А ну иди сюда. Ну все, ребята, пора. Ух ты, красиво посрача прописала. Или леща. Ну, похоже, как зомби-апокалипсис. Да? Только собачий апокалипсис. Ну чё, взял картонного дога? Мы еще одного не поймали. Давайте все вместе против него. Должны поймать. Их двое еще. Пикачу и Спайдермен. Есть! Нет, не есть! Эй! Есть Поппи шерсть, иди сюда! Сейчас мы сделаем красивую атаку сверху. Эй, ты мне помешал! Блин, тяжело поймать. Преследуйте пламенную, короче, у меня есть идея. У меня есть идея. Я в подвале только что из него вышел. А, преследуйте половину Пикачу, половину Спайдермена. Да их не поймать. Но... Давайте тогда других берем. На свое усмотрение. Кто кого хочет, тот и берет. Главное, чтобы монстр Хендерсона был. А ну иди сюда, щенок. Вот это скорость. Ого, слышите, я боюсь. На, вот это прописал по мордасам. Слышь ты, покемон. Покемон. Они человеков побежали за... Они мелкие пикачушки. Вот это жесть, за ним гонится толпа, смотрите. А он тащит и тащит. На. Не на. Кого-то кто-то с кем-то для чего-то. Слышь, ты меня убьешь сейчас. На! Отлично! Это был хедшот! Все. Ну чё, давайте, ПВП. Каждый друг против друга. Отлично. Эй, красавчик! Молодец, убил. Ого, их там. Прощайте, друзья. Ой, красиво, красиво. Эй, просрало! Нет, слышь? Нужно кое-что получить. Ах ты, блин. Я буду лежать и отдыхать. Посмотрю на взрывы так. Интересно, откинет мой далеко трупейшн. Опа. Как-то странно они взрываются. О, шар, да. Лупашьте, лупашьте. 3, 2, 1, 0. Пуск, взрыв. О, вот
это взрыв! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спальте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!